Сегодня Международный день соседей. Хороший повод, чтобы собраться всем двором и навести порядок на детских площадках, клумбах и парковках. Так и поступили жители домов на проспекте Ломоносова в Архангельске. Перед домом номер 222 по проспекту Ломоносова приятная суета. В руках жителей ведра, лопаты и кисти с краской. Собраться вместе во дворе их сподвигла акция «Добрые соседи». Я просто люблю погулять там с друзьями. Ну, стал красить горку, потому что это как урок изобразительного искусства, да, Его? Да. Для детей это шанс воплотить свои творческие порывы, а для взрослых это возможность договориться о том, каким их общий двор станет в будущем. Подобные акции – обязательные условия для жителей, которые планируют участие в федеральной программе благоустройства комфортной городской среды. Соседи этих четырех домов уже обсуждают свои идеи и пытаются найти компромисс. Одни автомобилистам надо машину куда хочешь поставить, а другим хочется двор благоустроенный, да? По крайней мере, видеть ребят своих, детишек, они все машины. Депутат областного собрания Виктор Заря на таких встречах с горожанами старается донести до них главное – состояние и благоустройство родного двора в руках самих жителей. На 2020 год уже заявки принимаются, будет приниматься муниципалитет, уже можно обращаться туда, то есть в нашу мэрию, если по-старому говорить. Там объяснят, расскажут, какие необходимы документы, какое голосование. И тогда уже на 2020 год можно участвовать в программе. Заявку на участие в программе можно отправить до 1 ноября. В 2019-м на реализацию проекта в Архангельской области направлено почти 400 миллионов рублей. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29.